История о приезде Михаила Афанасьевича Булгакова в подмосковный Пушкино в период его работы над романом «Белая гвардия». Как-то ближе к весне, в тихий солнечный день, к нам на станцию Пушкина прибыл писатель. Для чего из Москвы ему ехать не лень? Для романа так золото ищет старатель. Для чего из Москвы ему ехать не лень? Для романа так золото ищет старатель. Хоть не очень-то грела худая доха, он бродил целый день, пока тропка виднелась, и сказал, будто выдохнул строчку стиха: в снежных шапках покой, мне его и хотелось. Эти снежные шапки лежали везде, на заборах, на крышах, скамейках и ветках, на замерзшей в кадушках осенней воде. Да, такое в столице встречается редко. Могло показаться, бродил просто так, но заметил серьезно сметливый свидетель. Нет, не просто ходил и смотрел он мостак. Знать талантлив, коль здесь красоту заприметил. И сегодня и в будущем добрый читатель, погрузившись в роман, в тот, которому век, восхитится, как слитку счастливый старатель.